Дорогие работники Национальной библиотеки имени Сергея Григорьевича Чевайна, творческая Бней Гармония от всего сердца поздравляет вас с вашим профессиональным праздником. За время нашего сотрудничества мы полюбили вас за гостеприимство и доброту. И чем больше с вами общаемся, тем больше убеждаемся в том, что нам посчастливилось встретиться с такими замечательными людьми. Праздником вас! Дорогие труженицы наши, пусть идут года за веком век, книга – это то, чем мир украшен. Книга – это радость для души, добрый друг, учитель, верный спутник. Пусть и впредь сиянием вершин мир она ведет глубинной сутью. Мы поздравляем славных тех, кто нам дарует счастье ловить великий светлый миг, длину газет, журналов, книг, поддаться милой власти. Стоят на стеллажах тома таланта полные ума, романтики и чтива. И их нам выдаете вы от Сахалина до Москвы с улыбкой и учтиво. Друзья, счастливого труда, что были молоды всегда, дома имели дачи, и в жизни каждого из вас добра, любви, огонь и газ, здоровья и удачи!